вспомнить о своих обязанностях придется и строительным организациям в Бодайбо, тем более если они взялись за такое дело, как переселение из ветхого и аварийного жилья. Но пока в северном городе эта программа буксует. Расселение сразу 24 семей растянулось на несколько месяцев. В дело уже вмешалась прокуратура. Установлено, что застройщик вместо сноса старых домов занимается другими вещами, попросту махинациями. Смотрели на это люди и поняли, нужно жаловаться. После того, как маховик правосудия был запущен, появились и другие интересные факты. В частности, администрация Бодайбо выполняла работы по реализации программы переселения в недостаточном темпе, за что придется ответить. Прокуратуры уже направлены иски в суд. Администрации бодайбинского поселения допущена волокита при реализации данных программ, нецелевое использование средств областного бюджета на приобретение квартир, недостижение в полном объеме программных задач и целей по территории города Бодайбо, способствовало отсутствию должного взаимодействия администрации с застройщиками.